все те, кто живут здесь давно, утверждают, что это был самый массивный обстрел за все 8 лет боевых действий. В течение там, 6 часов он шел с разной интенсивностью, то больше, то меньше, то в одни районы больше прилетало, потом в другие районы, но это не прекращалось на протяжении 6 часов, и посчитали, там что-то больше 300 снарядов было выпущено. Да. И персонал, скажем так, был очень встревожен. Все, кого можно было, перевели в подвальное помещение. Практически перевели всех, за исключением вот нескольких малышей, которых нельзя было в отделении реанимации новорожденных отключить от систем жизнеобеспечения. Когда мне стало понятно, что может, скажем так, персонал психологически не выдержать это все, другого выхода не оставалось, как приехать, поддержать их. А со мной оставался еще дежурный врач и медсестра. Мы перевели детей в безопасное место на территории реанимации. Это коридорное помещение. Часов было попадание прямое, которое привело к довольно приличным разрушениям нашего корпуса. Там повреждения очень большие, взрывной волной вынесло очень много оконных проемов, больше 100 их пересчитали уже потом, но ни дети, ни персонал, никто не пострадал.